Здравствуйте, дорогие мамы и папы. В настоящее время отдых родителей из-за границы с детьми стал возможен. И даже такие экзотические страны, как Таиланд, Вьетнам, Китай, стали возможными для родителей и их маленьких путешественников. Но прежде чем собраться в дорогу, надо хорошенько подготовиться, ведь родители беспокоят. Много вопросов. Чем может заболеть малыш и, соответственно, какую собрать аптечку? Как сделать беспроблемно перелет в самолете? Что будет кушать малыш, как его уберечь от солнца и как его подобрать одежду? На эти вопросы я дам ответ в следующих роликах.